И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Сервер у нас FNAF RP. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Будем вместе изучать и смотреть, что здесь и как. Кроме спауна мы еще ничего не смотрели, так что вместе будем изучать. Так, это подписчики собрались. Пошли, пошли. Тут, наверное, так, еще... Ой. О, тут еще аниматроники есть. Только тут я не знаю всех. А не знаю. Вот это прикольно, конечно. Сейчас видишь меня. Смотри, Димас. Я только в платьице. Платьице, видишь? Ну тебе, Димон, кстати, идет. О, тут еще, наверное, есть. А нет. Ну, наверное, сделают там еще. Так, да, пошли вниз. Поменять. Или давай кого-то возьму здесь. Вот это возьму челика плоского. Да не-не-не. А чё, прикольно. Да вот этого волохат. А чё не могу теперь никого взять, надо идти аннулироваться. А надо вниз спуститься, там есть такая. Ладно, буду за этого челика ходить плоского пока. Я покажу тебе. Так. Так, ремувер. Кого мне тут взять, вам показать? О, я буду Мария, нет, я... О, вот этот веселенький. Тут столько всех, я даже не знаю, кого взять. Так, подожди, сейчас я тебя найду. А вот ты! А знаешь, как-то, если бы ты ровно прям стоял, я бы тебя не увидел. Ты немножко наискосок стоял. Да-да-да, так бы не увидел. Вот ты молодец, красавчик. О, я возьму Фредди. Нет, да. Не, он какой-то большой, да что мне... Надо какой-то. У меня щеки раздуло. О, эндоскелетом буду, все. Буду роботом. Такой смешной. Пошли город изучать. У нас все впереди. Здоровенный город. Так, смотрите, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 4, мини-геймс лобби. А, мы можем зайти туда, что ли? Димас, я рассыпался. Тут, кстати, есть прикольные анимации. Сейчас я вас тебе покажу, смотри. А что у тебя нету на голове ничего? Оп. Опа. Прикольно. А как ты это сделал? А тут анимейтен. Понял. Могу так прыгать, как дурной. Плачу. Присел. Yes. А, я думал, я могу зайти сюда. Трясусь, что тут голова покачена. Все, Димон, пошли. Так, а можно самому, видишь, типа палитра такая нарисованная. Нажми на нее, и ты можешь сам сделать аниматроника. Сейчас я себе аниматроника сделаю какого-нибудь. Так, пускай будет такой. Его нельзя повернуть, конечно, жалко. Могу ему... Ого. Так а нет, я тебя еще не могу найти. А я делаю своего персонажа, подожди. Весело. Так, как мне тут его поменять-то? Цвет ему. Чувак, как тебе свет поменять? Блин, классный сервер, мне нравится. Ой. Смотри, Димас, я какой-то вообще стрёмный аниматроник, такой серый, с повязкой ниндзя. Давай покажу. Сейчас иду. Во, о, видишь? Пошли, Димон. Я ниндзя. Вот тут что, давай посмотрим. Так. Ну, о, можно быстро, наверное, бегать. Тут проживает. Я могу пиццей угостить. Вкусненькой. Блин, не открывается. А, открывается. О. О. Так, а что у нас тут? Вентилятор? О, я закрываю. Давай, сейчас что-то произойдет по-любому. А теперь тут давай нажмем. Оп, нажал. О, я ты пыхнулся назад. Ладно, давай посмотрим, что здесь. Давай. Что здесь, ничего? Не открывается. А, здесь все, здесь пусто. Не, Димас, туда нельзя. Вот сюда можно. И вот тут пиццерии будут. Иди сюда, вот здесь сюда можно. Ой, здесь круто. О. А ну здесь. А, это из четвертой части, наверное, пиццерии. Нет? Да, ребят, только сказал, что хочу пиццерию. Это с четвертой части. Блин, я такой рада. Я люблю, когда разработчики пытаются сделать, ну, под оригинал. И все делают по-разному, одинаково не получается. И когда изучаешь, получаешь какое-то от этого удовольствие. Кстати, я там вижу, есть проход на второй этаж. Вот, Димас, найди меня. Я, короче, спрятался на втором. На втором этаже или на первом? Да, на втором. Все, я тебя ищу, давай. Так. Калитка, калиточка. Вот ты. Нет, не ты. Вот не ты. Классно сделано. 6 часов 3 минуты. Ну да, что, вот нашел? Ищу тебя, Димон. Смеешься, да? Хорошо.
Это же весело. А ты невидимый можешь вставать или нет? Нет, я видимый. Ты анимацию какую-то применил? Нет, просто стою. Ты за шкафчиком. Нашел, Димон. Нет, как так? Так, пошли дальше. Ты по-любому еще, значит, другие пиццерии. Все, я иду вниз, быстрей. Так, стул стоит, все по канону. Так. Не открывается. Димон, я на улицу. А тут была какая-то штучка, типа таблица, там FNAF 1, FNAF 2, 3. Ну нету. Она вначале была там, да. Значит, идем в ту сторону. А, вон, 4, 4 написано. Все, ищем дальше цифры. Не-не, зайдите, Димас, прям в тот дом. Там есть, можно выбрать, в общем, FNAF 1, FNAF 2 тут. Давай, заходи. Опять в тот... Побежали. Да-да-да, давай. Там есть мини-игры, Димас, походу. FNAF 1, FNAF 2, сейчас увидишь. Все, бегу со всей силы. Давай, заходи. Вот, Димас, смотри, FNAF 1 тыкай. Воу. Блин, Димон, как ты догадался? Прикольно. Вот это я тупица. Не, ну, ребята, я не знаю, вы бы тоже, наверное, не догадались. Я беру фонарик, Димон. О, а что мне не светит туса. Он? А, подожди, 4. Во, я теперь все вижу. Димон, такой упоротый человечек. Нормально. О, тут движ такой, смотри, Димон, тусуется. Я говорю, тусняк вообще дикий. Этот а мне нравится. Здесь очень много людей, кстати, играет. Ребята, смотрите, там еще внизу список есть. Во, здесь везде можно заходить. Димон, сейчас, да, все пиццерии быстренько посмотрим. Давай. Так, дверь можно открыть? Можно, нажимай. Он не нажимается. Может, надо, чтобы в руках ничего не было? А, о, да. Если на двойку нажми, Димас, на двойку. О, я как... Воу, Димон, так это же круто. Так, можно давай я тебя найду, где ты там? Так. Это пиццерия первая. Чё-то тебя не вижу. Потому что я... Никого не вижу. Ладно. Погнали дальше, Димон. Где тут тыкать другие пиццерии? Не знаю, наверное, около выхода. Давай посмотрим. О, чувак в планшетик играет. Так, ищем, прикольно. Ищем. Вот так, тут можно вообще офигенного аниматроника сделать. Да. Дуй со всей силы. Вышел? Иду. Так, какую будем тыкать сейчас? А я хотел... Ой, тут сел. Еще на все сидушки. На все сидушки по очереди перейти. Ну так прикольно. FNAF 2, да, Дима? Погнали. Блин, ребята, ставьте лайк, если вам нравится. Так, здесь у нас четко все. Мы позаписываем еще, поищем новые режимчики с пиццериями, с аниматрониками. И все вам покажем. Постараемся показать. Все. Ну да. Бумажек. Опа, включай фонарь. Включил. Так, тут все включено. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Стиль Хэллоуина. О, свет включили, наконец-то. А то тут так темно было. Так. Так, туалеты есть, Димон. Все есть. Все, Димас, я певцом сегодня буду. Давай. Давай, на Яне. Я вышел на улицу. Все? Ну да, просто вышел. Ну, у тебя очень хороший голос. В скобочках нет. Ты хороший голос, слова не очень. Так, подходим, недорого, билетики берем. Такие глаза, знаешь, из-за прилавка торчат. Голова говорящая. Эти вас это зубами грызу еще эту штуку. Не грызите стол. Стол только купили. Зачем вы... Это прикольно. Смотри, Димас. Смотри, как грызу. Не больно зубам тебе, не? Это прикольно, конечно. Так, а у нас что тут? А, вот здесь пиццерии можно выбирать. Да, ну еще давай тут посмотрим. Мы точно все посмотрели или нет? Ну, вроде да. Ну да. Давай. Погнали, FNAF 4. А, мы уже были в 4. А, были, да. Тогда давай мини-геймс. Чё погнали. Мини-геймсы, давай. Во. Ой. А, это здесь. А что у тебя на голове ходил? Я не знаю, что ты так мочил. Во, вот этого чувака, походу, можно мини-игры какие-то брать. Так, чувак, я тебе на нос нажму. Носик твой. Не, что-то не работает эта штука. Вот. Паркур фри. О, мое ли не любимое?
Паркур 3, давай, Димас. Давай, Димон, ты первый. Я буду от первого лица играть, так я затащу. Нажимай на Shift, чтобы быстро бегать. Хорошо, хорошо, Димон. Так. О. Тут шифтом прям такая шкала. Да-да-да-да-да. Все, Димончик, буду стараться. Беру у тебя уроки. Упал, вот как говно. Ого. Здесь точно надо от первого лица играть. Ты, блин, если я затащу, я буду красавчиком. Так, ребята, здесь очень сложно. Блин, Димон, я из-за тебя умер. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.